В Ставрополе жители дома 35/2 на улице Доваторцев устроили концерт прямо во дворе. Праздник ко дню соседей на свежем воздухе организовали сами горожане. Ты соседушка любимый, самый лучший среди всех. Днем соседа поздравляю и желаю, чтоб успех. Празднуем этот праздник давно, уже много лет. Я уже пришла, а они были такие вот зачинщики. Ну, потом я просто свои коррективы внесла немножко, вот, чтобы крыльцо там оформить, вот. Привлекли детей, они с удовольствием рисуют. Сами между собой уже мы поздравили друг друга. Я там подарила многим чайные наборчики такие. Ну, вот кто-то как-то друг друга поздравил. Ну, это как-то сближает. Вообще дом очень дружный. Мы вот уже 5 лет празднуем этот праздник, День соседа. Он международный праздник. Поэтому вот собираемся каждый год. Даже вот которые съехали у нас люди, приезжают к нам на День соседа. Мы их чувствуем, как наши соседи. В этот раз на празднике были песни и, конечно, угощения. Жители основательно подготовились к торжеству. Украсили территорию, испекли пироги ко дню соседа, вынесли свои фирменные блюда и напитки. А детей угостили мороженым. Самые активные жильцы получили благодарственные грамоты от администрации города. День соседей нужен. Люди, многие, проживая в одном доме, не знают даже соседей близко, по подъезду, даже просто по лестничной площадке. Убежал на работу, прибежал, закрылся в своей скорлупе. А вот выйти на праздник – это первая ступень к тому, что они выйдут и на субботник. Они выйдут, и если случится беда. Никто не остался в стороне. Маленькие и большие жильцы прочитали стихотворение, а после пустились в пляс. Дом отмечает международный праздник уже в 6-й раз. И это только начало доброй традиции. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.